Сегодня СМИ сообщили о смерти легендарного композитора и исполнителя Александра Градского, который скончался с подозрением на инсульт. Несколько месяцев назад мужчина переболел коронавирусом, и по наблюдению докторов это также могло усугубить ситуацию с его здоровьем. В инстаграм-профиле Градского был опубликован трогательный последний кадр, на котором Александр Борисович запечатлен вместе с Александрой Николаевной Пахмутовой, легендарным композитором. Артист поздравил с днем рождения 92-летнюю пианистку под постом, а публика между тем выразила свои соболезнования в комментариях. Некоторые пользователи пребывали в полнейшем шоке от факта кончины знаменитости, ведь Градскому было всего 72. И никто подумать не мог, что поклонникам придется попрощаться со звездой так скоро. Когда Пахмутова записывала с Градским песню «Как молоды мы были», многие работники телевидения были против такого исполнителя. Александра Николаевна встала в дверях, сказала: «Я знаю, с кем работать, уйдите и не мешайте», и захлопнула дверь. С тех пор эта песня стала визитной карточкой Александра Градского. Делится информацией об ушедшем один из пользователей сети ВКонтакте.